Это программа «Время говорить». В студии Данил Москаленко. Здравствуйте. И в прямом эфире сегодня Нурхан Мирманкулов, представитель Департамента по обеспечению деятельности судов при Верховном суде Республики Казахстан. Здравствуйте, добро пожаловать в студию. И Олег Савеленко, директор Департамента правовой защиты НАС Палаты Атамекена. Я тоже вас приветствую. Здравствуйте. По статистике, лишь 20-30% рассматриваемых в судах дел принимаются в пользу бизнеса. Вот вчера буквально это было озвучено на форуме, который НАС Палата провела вместе с Верховным судом. Первый раз такое мероприятие, насколько мне известно, произошло. Сверили часы. Так получается, если можно. Куда будем двигаться дальше, будет теперь у нас понятно. Уже стало понятно. Так вот, Верховный суд проведет некие такие замеры градуса доверия к судам со стороны бизнес-сообщества. Это будет сделано совместно с Нацпалатой Атамекен. Бизнес-сообщество предлагает повысить эффективность судебной защиты прав предпринимателей. Это наша тема сегодняшнего эфира. Есть вопросы, присылайте. WhatsApp у меня рядом, я зачитаю с удовольствием их. Что у нас, вот разрешите мне с вас начать. Редко у нас в студии такие большие гости, и тем более из Верховного суда. По судебной практике, если я правильно понимаю, фискальные споры, налоговые споры, бизнес судится с государством, чем-то он недоволен, экологические, таможенные разбирательства. Откуда, вот, как вы думаете, такая уверенность в том, что суды больше поддерживают позицию государства сейчас? Во-первых, Данил, скажу, что это ошибочная статистика, потому что четкого измерения статистических данных в этом направлении нет, потому что статистика таких параметров не предусматривает. В целом, если говорить, есть вот споры, возникающие между субъектами бизнеса и государственными органами, там статистика где-то 50% удовлетворяемости. 50-50 в пользу государства, да, и в пользу бизнеса. Да, есть различные категории, там разнятся цифры, где-то больше, где-то меньше, но в пределах 50%. Но сразу хотел бы сказать, суды в первую очередь руководствуется принципами. Принципами равноправия, принципами состязательности. И не могут поддерживать ни государственный орган, ни сторону субъектов бизнеса. Только в сторону закона, собственно, да, это естественно. Принцип законности всегда должен быть одним из самых верховых. Вот верховенство права. Это что означает? Это всегда должно быть, суд должен руководствоваться правом. Ну вот я о чем здесь говорю, если позволите, один маленький момент. Опять же, статистика, вчера она прозвучала на вот этом форуме. За два года, значит, инвестиционные дела в Верховном суде, 112 дел, 56% это налоговые споры, 40% не в пользу государства вынесено. То есть это в пользу бизнеса получается. Один пример. Компания, суд первой инстанции отказал налоговые претензии на 2 миллиарда тенге. В дальнейшем это разбирательство доходит до Верховного суда, и только там выясняется, что суд первой инстанции ошибся. Да, этот пример был приведен из практики инвестиционной коллегии, вот, специализированной коллегии, да, Верховного суда, где рассматриваются инвестиционные споры. Как вы знаете, коллегия создана в рамках плана нации 100 шагов и стал важным таким эффективным инструментом по защите и созданию благоприятных условий для инвесторов. Этот пример был прозвучал и да, подход более детальный. Более детальный. Да, подход ответственный. И да, ну, у нас как, когда рассматривают суды, всегда руководствуются, вот надо здесь понимать, что суды нижестоящей инстанции, первый, апелляционный, ну, в данном случае первой инстанции, они руководствовались тоже определенную, держали позицию, была мотивировка определенная. Да. Конечно, я это все прекрасно понимаю. Но все-таки Верховный суд, коллеги Верховного суда здесь посчитала, что есть определенные нарушения, и приняла такое решение. Как часто? Вообще, да. Вообще мы активно практикуем именно представительство судей, ну,
помогаем предпринимателям отстаивать свои права в судах на всех практически уровнях, от района до Верховного суда. И надо сказать, что все зависит от качества преподнесения информации в суд. Насколько грамотно была подготовлена защита предпринимателя. Конечно, вопросы с налоговыми спорами имеют свою специфику, где не каждый экономист сможет разобраться в тех или иных налоговых доначислениях. И отсюда же вся и сложность. И из-за этого и создаются специализированные суды, которые непосредственно специализируются на той или иной категории дел. Вчера господин Кулебаев заявил, что суды, по его мнению, должны опираться или слушать вот тот анализ, который проводит Нацпалата по вот таким делам. Какие еще предложения дает Нацпалата предпринимателей, чтобы повысить вот эту эффективность системы правозащиты предпринимателей? Ну, мы вчера заявили о том, что готовы обеспечивать заключениями по отдельным категориям отрасли предпринимательской деятельности. К примеру, вот возьмем апелляционную комиссию, которая проходит в Министерстве финансов. Не со всеми выводами комиссии мы, конечно, согласны. И на каждый протокол, с которым мы не согласны, мы даем свое отдельное мнение. Если вот эти отдельные мнения, наши выкладки по тому или иному налоговому спору будут подниматься вплоть до суда, так как предприниматели, проиграв комиссию Министерства финансов, имеют право обратиться в суд и восстановить свои права в суде. Считаем, что было бы неплохо, если суд будет принимать как экспертное заключение мнение Национальной палаты по тому или иному отраслевому вопросу. Вообще, предприниматели, я, в принципе, ваш адрес, в адрес бизнесмена вчера тоже звучали упреки, так судебная власть готова пойти навстречу, но какая критика звучит? Во-первых, оказывается, предприниматели не стесняются, это вот дословно, я прям цитирую, вступать в судебные прения, где явно они не правы, каким-то образом жонглируют доказательствами в суде, злоупотребляют процессуальными правами и так далее. То есть много вот этих нюансов скапливается. Возникает вопрос, можно ли как-то снизить количество этих всех разбирательств в суде, потому что вы же завалены, я так понимаю, и растет с каждым годом количество обращений в суд. Ну, скажем это, так, то, что предприниматели настойчиво отстаивают свои права в суде, даже когда они юридически неправы, это хорошо, это повышает уровень правового сознания наших предпринимателей. То, что суды перегруженные хозяйственными спорами, мы тоже об этом говорим, и в частности мы предлагаем более интенсивно развивать институт арбитража в стране. 3 года он у вас существует, 25 дел рассмотрели. Это мало. Есть определенные административные барьеры, законодательные, которые не позволяют развиваться этому институту. В частности, допустим, касается компаний квазигосударственного сектора. Они практически не делают арбитражные оговорки в договорах, и все споры, а это практически 60% экономики, споры с квазигосударственным сектором предприниматели идут в суды. Хотя, если бы наше предложение приняли, эти споры могли бы распределиться и в том числе идти в арбитражах проходить. Какая позиция у Верховного суда здесь? Данил, действительно, у нас анализы показывают, что нагрузка зашкаливает. За 5 лет, если сравнивать, нагрузка увеличилась дважды в количественном выражении, но внедрение новых технологий, последняя реформа все-таки позволила как-то облегчить ситуацию. В целом, есть и вот согласно поручениям главы государства, данных на 7-м съезде судей, один из самых приоритетных направлений в судебной системе – это снижение нагрузки. Есть у нас свои анализы по этому поводу, есть конкретные предложения, даже есть уже подготовленный законопроект, который мы сейчас согласуем с заинтересованными сторонами. Есть возможность в гражданском судопроизводстве снизить нагрузку на более 75%. Это в отношении судейского корпуса. Но мне интересно, что же к бизнесу, каким образом вы облегчите его судьбу, его участь, так скажем? Представляете, вот 70-75% дел уйдут из суда.
Давайте я тоже отвечу на этот вопрос. Ну, это все-таки скажется и на качестве, во-первых. Ну я понял, связь, то есть да, прослеживается. Обратная связь-то будет, как сказать? Нагрузка будет перераспределяться. Да. Тут в чем-то суть этого вопроса. Вот мы подписали дорожную карту с Верховным судом, определили 13 направлений взаимодействий, 51 пункт конкретных мероприятий указан в этой дорожной карте. Какие цели мы преследуем? Это, конечно же, анализ судебной практики, совместные информационные мероприятия и другое. Но главная цель Национальной палаты – это развитие бизнеса в стране. Мы ежегодно участвуем в подготовке проекта закона по совершенствованию предпринимательской деятельности. И выявляя те или иные системные проблемы бизнеса, мы принимаем решение, как их устранить. В том числе совместная работа с органами судебной власти тоже будет направлена на это. К примеру, проанализировали мы судебные решения, судебные споры предпринимателей с таможенными органами. Ведь для каждого предпринимателя судебный спор с государством – это стресс, я не знаю. Это стресс. Конечно. Я не знаю. И минимум ставится задача просто сохранить свое. И, конечно же, когда предприниматель забрал свой товар с СВХ или восстановил свое право, он уже и не думает, чтобы привлечь к ответственности того или иного чиновника, который намеренно шел на нарушение этого права. Угу. И вот эту категорию дел мы тоже хотим посмотреть в рамках совместной работы. Проанализировать и многие бизнес-процессы, которые идут между бизнесом и государством, государственными органами. Мы определили сферы, по которым мы будем в 2018 году изучать эти судебные решения. И будем комплексно подходить. В том числе наши выводы потом лягут, я думаю, и на нормативные постановления Верховного суда, и на действующее законодательство, и мы будем вносить предложения по правоприменительной практике. К примеру, на сегодняшний день практически отсутствуют случаи привлечения к уголовной ответственности должностных лиц за неправомерное вмешательство в дела бизнеса. Которое, к тому же, может привело к закрытию предприятия, например. Таких фактов нет. Привело к закрытию предприятия. Ну как нет? Уголовное дело возбуждено, 8-9 месяцев длится. Конечно же, бизнес страдает, выемка идет документов, арестовываются счета. А потом оказывается, что, собственно говоря, предприниматель был прав, и он через полтора года восстанавливает свои права. А эта бюджетная программа, из нее уже вышел, он не может туда зайти. И таких примеров масса. Да, мы помогаем отстаивать эти права, но мы стремимся к тому, чтобы каждое должностное лицо в нашем государстве понимало, если он умышленно мешает развиваться бизнесу той или иной компании, даже просто он немотивированно отвечает на обращение отказом, потом предприниматель идет в суде и доказывает, что он действительно был прав, и тот госорган, который должен был рассмотреть эту жалобу и решить это на своем уровне, он не решает, это тоже не исполнение функций этого государственного органа, то должна наступать определенные законом ответственность. Здесь еще вопрос, надо ли эту ответственность усилить, потому что бизнес-сообщество сейчас именно об этом речь ведет. Как вы думаете, господин Мирманкулов, надо ли или нет? Или можно это сделать все в рамках вашей текущей работы с судейским корпусом, сказать, чтобы они более детально, что ли, смотрели и относились к вот таким заявлениям, когда бизнес пострадал, бизнес ликвидирован, чиновник или госслужащий остался без наказания? Защита прав – это задача. И здесь и параллельно должны рассматриваться вопросы восстановления прав всегда. Но в то же время я хотел бы добавить, вообще законодательные есть эффективные нормы, эффективной защиты прав, к сожалению, которые на практике часто не используются или практически не используются. Нет, именно субъектами предпринимательства в отношении с государственными органами. Мы заинтересованы. Мы, вот если мы говорим о проекте снижения нагрузки,
Вообще, самый лучший вариант, это когда этих споров вообще не допустить их. И есть у нас и по этому вопросу тоже предложение, чтобы споры вообще их не возникало бы. То есть имеете в виду бизнес государства? А каким образом? Что, как можно сделать так, чтобы бизнес был всем доволен? Ну, я, если честно, пока трудно себе представить вот это вот. Это усовершенствование системы профилактики и правонарушений, и правовых отношений. Разработка типовых договоров. 75% сейчас по статистике идет всех гражданских споров, это из-за того, что у нас плохие договоры. То есть плохо прописаны. Это вчера статистика прозвучала так, да? Неточная цифра. 75 где-то процентов составляют споры, возникшие в связи с договорными отношениями. И много споров, которые возникают из-за низкого, ненадлежащего сопровождения договоров на начальном этапе. Верховный суд поэтому предлагает какую-то единую базу создать информационную, чтобы она была с типовыми договорами. Это надо предпринимателей, да? Это действительно актуально, это важно. В том числе нужно понимать, что такое договор. Это стремление не допустить конфликта между контрагентами. И большая часть, конечно, предпринимателей, она заключает тот или иной договор, не думает о последствиях нарушения права или последствиях неисполнения обязательств. И вот на таком превентивном уровне, конечно, все проблемы не решить, но какую-то часть предпринимателей мы сможем подготовить к этим бизнес-процессам. Также. Да. Да, если позволите, WhatsApp, один вопрос буквально, их много от телезрителей. Почему судьи не встречаются с бизнесом? Ведь много же всяких споров по бизнесу в судах. Я вначале говорил беседой, что суды не придерживаются позиции, что госорган, бизнес, другие представители общества, да, суд должен ко всем относиться одинаково. Это главный принцип. Мы почему пошли на такой шаг? Вот почему форум проводим? Во-первых, у нас минута осталась. Во-первых, то, что Атамекен – это мощная организация, представляющая общественный интерес вот, предпринимателей. И создана хорошая система управления, и аналитика хорошая. Мы открыты для всех. И здесь суды идут всегда. Разъясняют, проводим мы мероприятия, публикации, достаточно информации. Мы оперативно решаем в Фейсбуке, сейчас такой тренд пошел. Все в моментально соцсетях, да? Моментально решаются. Нету такого, что обращение поступило, через месяц дается ответ там, или через 15 дней. Через полчаса решаются. Вы, если вот IT-правосудие Фейсбук откроете, там посмотрите. В течение получаса, часа, два часа вопросы стараются решить. И бизнес этим тоже может пользоваться и пользуется, я так понимаю. Конечно, но все должны одинаково на равных условиях пользоваться. Единственное, вот, можно сказать, вот то, что пользу принесет этот план совместный. Да, дорожная карта. От этого благо будет для всех. Не только для бизнеса, для всех будет благо. Если мы качественно реализуем этот совместный план. Будем надеяться. Время прямого эфира вышло. Спасибо большое. У нас самый главный итог, что нас, Палата Атамекен и Верховный суд подписали дорожную карту совместной работы. Верховный суд заявляет о готовности обеспечить предпринимателей максимально эффективной судебной защиты. Ну, а нас, Палата, будет по пунктам, я так понимаю, добиваться исполнения дорожной карты и бизнесу будет легче. Я так на такой ноте закончу. Спасибо большое за внимание, спасибо за вопросы. До свидания, до встречи на следующей неделе.